В крае продолжается уборка зерновых и зернобобовых культур. Аграрии намолотили уже больше 1,5 миллионов тонн зерна. Скосили культуры на площади 1 миллион гектаров, обмолотили 800 тысяч. Набирает обороты и обмолот яровых культур, активно убирают зернофуражные. Начали собирать урожай пшеницы и гречихи. Параллельно с уборочной кампанией в Алтайском крае завершается кормозаготовительная. Хозяйство уже запасли 1,5 миллиона тонн грубых и сочных кормов. Сейчас в лидерах немецкий, егорьевский, кытмановский, благовещенский, тюменцевский и мамонтовский районы.